Слетает снег искрящий сосен в феврале. Лучами солнышко деревья согревает. По узенькой в лесу, по снежной колее. Идем гулять, нас утро ласково встречает. У нас есть время насладиться тишиной. Сегодня день, он изо всех такой хороший. Объято все кругом заснеженной молбой. Бредет с собакою навстречу нам прохожий. Собаки лай нарушил тишины покой. Что говорить, внимание все показало. Мы продолжаем путь заснеженной тропой. Хозяйская собака дальше побежала. Меж сосен лоскуты синеющего неба, обрывки небольших белесых облаков. Слетелись воробьи на снег, на корку хлеба, а мы бредем все дальше меж больших снегов. И утопает лес февральским зимним утром. Бабушкина дома в заснеженном плену. Под белой шубой им, наверное, так уютно. Дымком пахнуло русской печки поутру. На этот раз опять собачий лай раздался. Мы посторонние, а это тут своя. Напротив тоже пес отчаянно ругался. Ну что поделаешь, охранные дела. Мы по проулку, по расчищенному катим. Бабушкинскую трассу переходим мы. А эту трассу соль с песком машиной гладят. Ответьте, господа, соль вам с песком нужны? Это же вредно, как вы только не поймете. Наступит время, будете себя винить. От этой химии помрем, и вы помрете. Не лучше будет соль с другим, чем заменить. В другой проулок мы напротив повернули. Мы в списке у собак непрошенных гостей. Они неловко, неохотно к нам рванули. Конечно, жаль, что у нас не было костей. Блестят макушки вдоль дороги у деревьев. Наша аллея вся в сугробах и снегу. Мы по сугробам этим волочемся скверно. Да что там скверно? Обижаться ни к чему. Лиственницы наши, любимые, родные. Сколько тут лет они родимые растут. Они в сугробах спят и до весны застыли. Им хорошо, тепло в снегу. Уютно тут. Ну вот и лес. В заснеженном стоит объятье. Лишь кое-где в лесу виднеются следы. Природы красоту. Такую всем понять бы. Такую красоту, чтоб все любили вы. Пейзажи зимние окраин сказки леса. Стою по пояс я в сугробе под ольхой. Жена на видео снимала с интересом. Я из сугроба вылезал еле живой. Рощи берез, аллеи лиственниц и лип. Боярышник, дубы в снегу и сосны ели. Лишь только черный ворон в глубине кричит. Его на видео пытаться снять хотели. Безмолвие на озере святом томит. Церквушка за сосной зимою притомилась. Что-то и колокол, как прежде, не звонит. Жена моя, конечно, даже удивилась. Сказать по правде, дальше просто не пошли. Так как сугробы при ходьбе нам надоели. Еще немного снимков и назад пошли. От этой мы ходьбы, конечно, употели. Мышиные следы виднелись у дубов. Их на снегу отчетливо прям было видно. Может, крысеныш пробежал и будь здоров. Живет природа, это даже очевидно. Сосны искрящий снег от солнца вниз слетел. У камеры у нашей села батарейка. Тут я невольно так куда-то захотел. Пойдем домой, жена, пойдем и поскорейка. Ну что, сегодня мы побывали в дендрарии, в зимнем. Прекрасные эпизоды, все хорошо. Окей, пока.